Луганськ – місто великих можливостей мільйонів людей та автомобілів. Саме тут ми наразі спостерігатимемо за п'ятиденними пригодами однієї з тутешніх родин. Наша героїня Катерина Леонідівна – пенсіонерка. Їй 53 роки. Катерина Леонідівна любить природу і займається органічним землеробством. В її квартирі повно розсад і квітів. Влітку весь час Катерина Леонідівна проводить на дачі. Порається у саду та доглядає за улюбленими рослинами. Її кращий друг – лабрадор Руфер. Відданий пес, який не відходить від своєї хазяйки ані на крок. Вони вдвох готуються до п'ятиденних пригод в компанії зятя. Хотілося б немножко допомогти своїй дочері переділити зятя. Знайомтесь, Роман. Ромі 33. За освітою він актор театру і кіно. Проте наразі знаходиться у творчому пошуку. Іншими словами, безробітний. Ромочка. Чоловік іскусства, який вітає. От він задумався, він сидить, у нього... Всі уходять на другий план. Рома разом із дружиною Юлею, якій 26 років, виховує двох діток – трирічну Ніку та піврічного Богдана. Діти дуже активні та життєрадісні, пізнають світ щосекунди і радують молодих батьків. Наступні 5 днів Рома, Ніка, Бодя та їх кіт Росік проведуть разом із бабусею та її песиком. Как-никак я все-таки с ней 5 дней не проводил. Но, зная тещу, все равно я этого не боялся, если честно. Рука, не тяни только меня, ты что? Поехали, садись. Ой, Боже. Подождите, я забыла рассадку. Рувчик, не выходи. Подожди. Вовремя вспомнили. Спасибо. Извините, что так. Все, едем. Увидит Рувчика со всем своим хозяином. Тихо, тихо, Рома, подожди. Убирай своего кота. Так, Курка, подождите, куда вы пришли? Собака, да ну! Ну, у вас вообще ум есть или что? Ну, куда я его? Да какой куда? Так, вы зайдете только без собаки. Во-первых, это как-то и некультурно встречать маму. Ну, как можно так? Все-таки я живой человек, и Рувчик мой тоже. Член семьи, которого я тоже люблю, как он своего кота. Так, Руф, иди. Рувчик, иди ну сюда. Что теперь нам делать? Сейчас я что-то придумаем. С собакой не возвращать. Не, осторожно с рассадой мне, не поломай. Хорошо. Ты, девочка. Кота прятает. Ой, стой. Ужас. Руфа. Не надо трогать этого котика. А ты? Ну вообще. Ну куда же я ее дену? А как его куда дену? Я не знаю, куда деть. Не сожрал кота. Ну, так, все. А у меня намордник, и ничего с ним не станет. До свидания. Здравствуйте, я ваша мама с собакой. Двое маленьких детей, маленькая двухкомнатная квартира. Куда вы берете собаку? Мама. З білю у серці Катерина Леонідівна їде до собачого притулку, щоб залишити там Руфера на наступні 5 днів. Помогите, пожалуйста. Что приехала случилось? К зятю с собакой, а у нее там кот. И он меня выгнал с собакой. И мне надо теперь его на 5 дней пристроить. Хорошо, пристроим. Чтобы с ним тут хорошо обращались. Как его зовут? Рувчик. Рувчик. Малыш. Я только зашла туда, у меня уже все. Я была на пределе. Иди сюда, Руфа. У меня слезы полились, я представила, как моя собака будет в этой клетке сидеть, что он будет кушать. Иди, там. Малыш, иди, не бойся. Ой, мой маленький. Все. Мой хороший мальчик. Все, пока. Не надо грызть Руфа. Этого кота чертячего. Ну, Ромочка, я тебя сейчас устрою. Руфера я уважаю. Хороший пес. Мне он нравится. Но у меня дома Руфера не надо. Бабушка, с собакой, наверное. Нет, Ромочка, не с собакой. Заходите тогда. За ваших котиков я собаку сдала. Так, Бог какие знает котики? Куда. Ну, куда вы зашли обутым? Вы знаете, мы там разбываемся. Ма, давайте не будем, серьезно. На, повесь. А что я сюда была везти эту собаку? А куда я ее дену? Куда-то ж дели вы ее сейчас. Вот куда вы ее дели? Приют сдала. Ну и все, надо было раньше это сделать.
Привет. Не думала. Привет, мои зайчики. Привет. Привет. Я животных вообще всех люблю. И котов, собак, и домашних животных. А этот конкретный кот. Когда я прихожу, у него видно чувство ко мне то же самое. Мы встречаемся с ним, он сразу на меня шипит. Вы приехали ко мне домой. Мама, почему вы взяли с собой собаку? Из тебя человека сделать. О-хо-хо! Из меня сделать человека. Мама. А если что, если укусит или там, не знаю, ну я вообще не знаю, что он это. Он не может. Кусается. Да, да, конечно, да. Он не кусается. Вот бешеный. Он не кусается. А я помню, как ваш собака, не кусая, случайно скушала котика. Чисто случайно. Да? Так он же не кусается, собака, он просто сразу кушает. Собака, чтобы он кушал котика. А не ори, пожалуйста, приедете. Да я не ору, Юльчик. Нет, ну, не больше приедь, чтобы я этой собаки здесь не видел. По крайней мере, пока у нас здесь живет кот. Я твою шерсть кругу. Ну, такой маленький. Пока я буду здесь жить, чтобы ни шерстинки не было. Мам, понял? Я вам говорю. Я тебя устрою тоже веселую жизнь. Кот за мой. Из-за того, что моя собака там живет. Я вам хочу сказать, что... Иди мири бабушку с дедушкой, хорошо? Бабушку с папой. Убираться. Помиришь? Буду иди убирать. Мири. Буду убирать. Ну, а что? Ну, я и так убираю за вот котом. Вот я тыкну. Уже 6 лет убираю за котом. Ничего. А ты куда? Пью. До свидания. Здравствуйте. До свидания. Этот, что там? Разбирайтесь сами теперь. Я вам говорила, не слушали. До свидания. Батька, давай за старшего. Пока. Детей кормили? Когда кормили? Ушла да мама. Нет, ну дети... Чем? Чем Юсь... кормить детей? А вот и думайте теперь. Что думаете? Ну вы женщина, что? Я мужик, мне поиграться, ну, по... в кино поиграться. Посниматься. А денежку ты принес? Денежку. На еду. Денежку. Да принес денежку, ну а что они... Ну и что? Почему холодильник пустой? А ну вот детям, ну что ты сейчас детям дашь? Ну что, нету ничего? Пойди ко мне в сумке привезла. Да подождите, что нечего детям дать прям-таки? Ну нечего, ладно. Ну неправильно, ладно. Работу надо искать, они проливали. Я делаю все для того, чтобы пробиться. И не пробиться не просто так, что вам лишь бы зарабатывать хоть какие-то копеечки. А я хочу делать свое любимое дело, как-никак. Ма, идите разбирайте свою клетчатую сумку. Что у вас тут, спицы какие-то? Что это вы придумали? Будете тут вязать или что? Да, Рома, я в отличие от тебя работаю на дому. Я вяжу, да. Вяжу и зарабатываю. А хотя бы этим. Я работаю тоже на дому. На а знаете, дому. Для актера, что такое работать на дому? Это, во-первых, всегда работать над собой. Спортзал – это тоже работа. Как-никак. Деньги тебе дают за это? Нет. Беспредел. Пока я здесь, чтобы нашел себе нормальную работу. Вы, получается, думаете, что если зарабатывать деньги, то надо идти обязательно на завод, обязательно конечно. Работать сварщиком, да? Или водителем обязательно должна работать. Должна быть стабильная работа. Вот у меня работа, это все-таки актер. К сожалению, у нас здесь с этим проблема. Я по карьерной лестнице иду для того, ой, чтобы Рома, все-таки добиться лестница. Успеха вот сейчас. И обеспечить свою семью. В этом реалити-шоу, да? У нас в Днепропетровске, к сожалению. На, корми ботику. Понимаете, для актера работы нету. Люди гибнут за металл. Все, здесь деловой бизнес, металл, там угольная промышленность, все что угодно, но не актерство. Завтра соберемся все и поедем искать тебе работу, раз ты не можешь нет. найти. Ха-ха, вот тебе будет и ха-ха. Да не смешите меня, мама, у вас снимают только новости. Что актеру, давай, что актеру давай делать? Поспорим, что есть работа здесь. Вот он все время ждет звонков с Киева, что там вот кастинги, там пробы, там то, все. Я ему говорю, что здесь реально найти работу. Просто нужно поднять задок. Давай заключим пари. І завтра ти її знайдеш. Давайте, парі! Давай. Теща з зятем закладаються на пляшку шампанського та закріплюються дружнім рукостисканням.